Так. А меня-то у меня атакует он. И почти кончились, эти почти кончились. Так, так как от этого толку особенного не перезарядить. Надо будет что-нибудь. Так, подбирает снайперская перезаряжение. Короче, их перезарядить срочно. Это единственное, что меня спасало. Ты. Ань, ты сразу сюда иди. Попробуем сейчас, конечно, восстановиться немножечко. Я нести не могу, да? Ты, блин, урана не убиваешься. Ладно. Горемыки. Стойте здесь, что я могу. Так, ты давай. И куда-нибудь вообще не знаю. Вот сюда. Вот тебя нет. Полезный. Блин. Или это она? Кроме прям беда какая-то. Не знаю, насколько наши успеют. Не так далеко бежать, конечно. И по одному пока пойдут, это ладно, эта группа еще нормально. Вот последняя группа, это тоже жопа была. Блин, я что-то не ожидал насчет турелей такого прикола. Так, Кокс, смотри, ты хорошо очень фиксируешь. И заряжает, молодец. Молодец, мужик. Будь целое, все, перезаряжай. Сейчас будем здесь играть в игру. А получится ли? Хреново я, кстати, играю, вам скажу. Блин, перезаряжать турели, конечно, ураном. Там что, урановые патроны используют? Половину убейте, ребят. Успех. А, они пока там атакуют. Давай, Коль, давай. Я в тебя верю, мужики. Я в вас верю. Отлично, так, торгаш, ты куда? Убивает огонь. Здесь у нас более-менее, здесь перезаряжаем. Там кончились, это плохо. Занято строитель. Не канает. Здесь продержимся. Так.
Убивает огонь. Нет. Кран. И здесь. Пойди. Ух, давайте, ребята. Строитель, я в тебя верю. Перезаряжает снайпер. Турель, это кто перезаряжать будет? Доктор сбивает огонь. Да какой нахрен огонь? Перезаряжай. Таня, давай гаси этого урода. Ох, сейчас больно. Блин, если это все драконы долбят. Так, Кок. Я не знаю, ты, конечно, успеешь или нет, но... Прогаш. Гаша бы хоть как-то спасти. Сколько здесь по выстрелов-то осталось? Нормально так. А драконов живых? Хрена. Гаш, ты тогда бегаешься. Если тебя зацепят, это 100%. Нет, Кок. Тебе тогда лучше... вот эту турель перезаряди. Кстати, может, и успею. А ты там кого гасишь? Давай-ка вот этого. Японский. Так, всем нахрен. Вообще не понимаю, что тут происходит. Ладно, там не объясни, что происходит. Кого-нибудь пытается убить. Фермер, ты, блин, молодец. Ты-то чё сюда побежал? А, ну да. Беги, мужик. Ладно, будем вырубать тут дальних тогда.
Слушай, я меня смотрю, учи. Беги, мужик, беги! Кок. Пасти. Фермер, ты там держишь? Не, ну этого сейчас пристрелим. А, ну нормально. Да не будет вообще. Так, все. Да? Сюда иди. Так, ну тут только снайперские турели помогают и все. Больше толком нифига. Больше тут нифига не помогает. Козленышно встал. Так, все, парни, все хорошо, всем спасибо. Ок, там ему можешь оказать помощь? Давайте лечите его пока. Так, торгаш, у тебя там что? Да, полная. Убивает огонь. Лечи себя. У меня уша. Ты даже живая осталась. Тебя, блин, в ожогах. А, он успокоился, типа. Не-не-не-не-не. Добить нахрен этих всех уродов. Ух, блядь, повоевал. Не, ну слушайте, это вообще какой-то абзац. А, кстати, я теперь, значит, с красных драконов могу нормально сделать себе крейсер. Так, все, запускаем дронов, пусть они бегут, мне помогают. Без вариантов как-то. Очень много хлама будет здесь. Да хрена. Да, хорошо, меня тут поджали, так сказать. Ладно, восстановим. У меня вроде запас есть. Они уж аж косит, бедная, наверное, от боли. Там долго сейчас. Так, слушай, сдохни как мужика.
Так, все, поехали забирать драконов. Трупы здесь долго портиться не будут, сейчас зима. Активировал Пандора Бокс, ёпта. Это получается сразу две волны было. Агрессивных, но они по очереди. Конечно, просто. Так, слушай, хорош-то, а. Ты вплотную подойдешь, чтобы вообще попасть с ним. Что ж, вот такой вот у нас бой вышел, друзья мои. Раздеть. Что тут живой-то у меня? Ну вот живых толку мало здесь. Ох, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, основные-то. Есть какие, которые мне нужны в первую? Шима. Ок, у нас быстрее всего бегает, короче. Раздеть. Раздеть. У них неплохая бронька, вы чё? Если я смогу эту бронь получить, блин, это вообще будет шикарно. Тут никого нет. Живых. Фиг его знает, тут тоже такое. Раздеть. Их две группы шло. Где, блин, остальные-то? Серьезно, что так мало всего? Ты же раздевать не охуй. Пусть сдохнут. Но если я получу ихнюю броню... Ее отремонтировать? Вообще было бы шикарно. Так, я уже всем смогу практически ставить стабильные энергоядра. Это неплохо. Плохо ко мне тут приперлось так нарутся. Мне это очень нравится. Это очень хаотично. Шикарно просто. И, пожалуй, надо строить weapon box. Ладно, они сейчас с телами тогда закончат. Я потом построю уже weapon box. Таня, пусть тогда разденет здесь, которые живы. Некоторые шмотки могут и пригодиться, собственно. Такс. Захватывать пока никого все равно не буду. Я не ожидал, что тут такой канале будет. Попроще будет. Так, а у тебя тут что? Так, а это что за шлем-то? Херня. Это два автомата. А, это они пытались там, да, спереть все, что могут у них. Унесли? Угу. Ноги даже свои унести не смогли. Это мне не катит. Не... Так, короче, ладно, все. Ох, пусть этим занимается все. Тут пока сейчас буду долго и муторно просто это все выделять. Мне это смогли все собрать. Они драконы здесь поработали очень хорошо. 4 человека всего в живых осталось, да? Я надеюсь, эту броню я смогу носить. Скорость строить. Что же за броня-то такая? Охренеть. Слушайте, если у меня будет такая броня, это еще не самая топовая броня. А тут еще топовая броня, которая вас лечит. Этих ребят я еще не встречал. Я надеюсь, я их не встречу. Может, им руки отращивают с ногами. А не знаю, правда, последних модификаций вроде там админ что-то правил. Может, это и не будет сейчас работать. Но покромсали меня здесь зачетно. Просто обалдеть, как зачетно.
прутся потихонечку ко мне. Я тут несколько пушек уже успел установить. Интересно, что из этого получится. Дроном дал домашнюю область. Что успеют, может, нет, понятно. А, не, блин, еще проход. Здесь там уже дверей нету. Отлично. Сейчас, значит, еще кто-то приедет. Омнибот. Где там этот омнибот? У меня случаем не кончилось ли? Не, нормально, хватает пока. Очень много ресурсов уходит на эту батву. Нереально колоссальное количество. И все идет, идет. Я хочу по кругу расставить пушки, чтобы они могли смело отшибать тех, кто идет ко мне в пилбокс. Надеюсь, это у меня получится. Так, Кок, знаешь что? Омнибот 65. А где он вообще? Это что? Омни. Нет, омнибот это другие боты. Короче, понятно. Давай, Гарсует у нас самый быстрый. Я тут хрен пойму, что у них тут творится в голове. За них я отвечать вряд ли смогу. Такс. Да твою налево, долбаная, блядь, крыша. Ах ты ж, ёперный матрёшки. Сделал себе оборону. Охренеть. Ладно. Оборона просто стой и падай, да? Там-там-тарам-там-пам-тарам-там-тар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 
Еще нафиг того себе. Может, кто-нибудь там поедет, крышу-то ликвидирует, а, друзья, ребятушки. И вам глубоко насрать. И по всему, да. Это против такой толпы чисто теоретически можно одной Таней заварковать. А как же, блин, без этого? Вот, отстраиваете, дурня. Ну и пошла мача по трубам. Куда стрельнула? Хотел бы я знать. Непонятно. Они вдвоем даже стреляют. Ой-ой-ой. Хрена, они еще и точные. Да, конечно. Абсолютная меткость. Доктор. Поливай-ка ты отсюда нафиг. Короче, вы всех отгонять, здесь стены я дострою. Так. Отозвать всех.
Блин, более короткого пути ты не можешь найти? Так, кок. Зубомолоток. И доделывай стену уж. Будь так добр. Будь ты. Да. Эффективность, блин, капец. Так, у меня там кто бежит сейчас? Ти-ти-ти-ти. Так, все сюда. Надо сделать небезопасную зону, чтобы они только там шлялись. У меня тут только строитель бежит. Нормально все. Они что, стену долбят? Серьезно? Ага! Вот это мне, слушай, уже нравится. Не, нормально так, слушай. Здесь пушечку поставить, здесь еще, тут вот так вот делать. Уж вообще ко мне подходи, ни хрена их тут. Так. Где лидер фракции? Чисто теоретически могу предположить, что если я смогу убить этого долбанного лидера фракции, от меня все отступят. Вроде ничего супер такого естественного у нее нету. Так, 38, 61 градус Цельсия. Блин. Какая-то необычная. А вы не хотите пострелять по более интересным целям, а? Мне вообще никак не управлять, да? Почему я решил поставить эти пушки якобы имбовые? Они на самом деле не совсем имбовые. Есть оружие здесь, насколько я помню, больше имбовые. Просто вся проблема в том, что если ко мне рдалерские войска сунутся, тогда мне будет сниться. То есть там танки апокалипсисы, а они что-то сродни этим как. Ну, на бастион, наверное, помощнее раза в два. Это примерно так, я точно не знаю, к сожалению. У кого? Ой, у тебя дятел, да? Как же ты меня заколебал? Чё там у тебя? Риск нервного срыва. Ой, блин, раз сделали человека. 10 штук. Подумать что. Нахрен, иди гулять, сдохнешь так дохнешь. Задолбали меня эти психи. Тут после разделки людей постоянно все. О, людей разделали. Да откуда ж ты видел, если ты на другом конце базы был? Они же мясо их не жрут. Вроде бы. Интересная такая линеечка идет. Так, а вот эти что за пятна мне не очень нравятся. Да уж, любопытно. Чё? Добьемся, думаю. Каждый раз, когда смерть, это вот подвисание бесит. Просто бесит.
ужасающе бесит. Я смотрю, они тут в живых вообще никого не оставляют. Сюда бы в толпу долбануть. О, хороший попадосик был. А это куда? Давай сюда, вот толпу. Смотри, какая хорошая, блин, цель-то для тебя. Ты как, по кому там? По тараканам стреляешь? Была бы эта пушка, я думаю, они бы уже не дошли. Здесь второе орудие тоже буду ставить. Скорее всего, так вот скомпилирую, чтобы они ровно стояли. Вот так вот сделаю. Для ровнутой ошишений. Основная цель-то, почему я их так ставлю, если эти пушки начнут уничтожать, пробьются, и другие могли, короче, прибить. Да, я представляю вражескую базу вот с такими пухами, да? Милота просто была бы. О, тот живой остался. Или нет? Нет, живой. Так. Нога оторвана. Не, пушечка хорошая. Они еще пидор... с гранатами. Я чувствую, после этой разделки они вообще этот псих скатится, скажешь, такой бегать, скакать тут опять. Дипломатический брак. Опять Таню? Да пошли вы нафиг, не отдам я ему ее. И вообще-то можно, честно говоря, ее раздеть, отдать, потом другую построить. Но это уже чисто читерство будет в полном варианте. Это то же самое, что разрешить, и можно, конечно, в файлах настройки 5 Татьян. Ну, сколько угодно Танец строить. То есть, представляете, это 10 Татьян. Против них вообще никто не выдержит. Хоть до меня кто-нибудь дойдет. И кто у меня решил здесь вылезти? Пумочка! Мяу! Ага. Мяу, ёп. Тут не мяу. Надо, блин, головой думать было. Вышло прогуляться. Я забыл. Мне, по-моему, присоединилось. Был занят стройкой. Ну, была пума и нет пумы. От них хоть что-то там живое-то осталось. 3 часа. Ой, блин, бедная пума. Надо потом будет животных прикупить хотя бы для колонистов. Так будет немножко, я думаю, поэффективней. О. Давайте, умирайте. Так, стоп, а что у нас тут? О-о-о, какая броня, ты посмотри. АХ-01. Ну, не такая, чтобы супер. За хрень. Очки? Тут еще можно очки ставить. Вот. Ну ладно. Но это, скорее всего, под шлем открытый, их можно втыкать. Топ. Блохаста идет сюда. Несколько даже блохаста. Да еще тут у нас интересный такой. На оси катаются. Вообще прикольно. Может, мод на дракона сюда интегрировать? А если они, бляха, на драконах приплутся, я ж тогда вообще охренею. Ну, на красных ездовых их нельзя делать, а ездовые животные можно вроде сейчас использовать драгон мод.
Надо проверить. Ой-ой-ой. Это что там так рвануло-то? А, это кто-то психанул. Это кто-то, походу, психанул. Не, ну нормально, нормально. Пушки мне эти очень сильно помогают. Минимум. Идут они уклюжие. Блин, неохота мне карту маленькую ставить, но, видно, надо ставить более мелкую карту. Нормальная игра могла это все просчитывать. Все следы она просчитывает. Вот на кой хрен это? И это начинает лагать, блин, зараза. Ну вот, ни из-за чего другого. Каких-то сраных следов. Все, так сдались быстро? Ну, ты, блин, посмотри. Сейчас мы еще тут поддобиваем всяких. Правильно, правильно. А, наверное, лидера грохнули. Обратите внимание, игра практически перестала лаговать. Ай, долбаные все эти вот пятнышки, блин, я ненавижу это. Начинать новую игру, конечно, можно, но... Я игру специально тещу-то на больших максимальных картах. А. Так, будем наших раздевать. Выживших, так сказать. А почему нет? Сдаются они быстро, я скажу. Довольно-таки.